Мы идем к источнику, недалеко от мощей храма Святой Равноапостольной Нины. Сейчас покажу. Как их зовут? Сейчас у нас постная трапеза, которая включена у нас в полуночную нашу поездку. А почему постная? Потому что завтра будет литургия в Сионе, где мы вчера были, я вам показывал. И некоторые будут причащаться. Поэтому, естественно, мы не разделяемся, мы все вместе.